Графики подачи питьевой воды в Симферополе и пригородах, введенные из-за засухи, могут сохраниться до марта следующего года. Об этом во вторник на своей странице в Facebook написал председатель правительства Крыма Юрий Гацанюк. «Прошу жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть готовыми к тому, что график подачи воды могут действовать до марта следующего года», – написал Гацанюк. Он отметил, что продолжается поиск источников для наполнения водохранилищ. «Нам необходимо увеличить подъем артезианской воды до 70 тысяч кубических метров ежесуточно». Активно проводятся консультации с представителями научного сообщества. Предлагаются различные варианты по изысканию альтернативных источников водообеспечения населения питьевой водой. Один из них – подача воды в систему водоснабжения из реки Салгир, написал Гацанюк. Напомним, 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода в большинстве районов города и окрестных населенных пунктах доступна по часам, утром и вечером.